Ребята, у Мобилки Фонд сейчас проходит конкурс с призовым фондом в 30 тысяч рублей. Условия достаточно просты. Вступить в группу ВКонтакте, сделать репост данной записи, зарегистрироваться на сайте и подписаться на YouTube канал. Сайт, вот он, заходите, регистрируйте, YouTube канал тоже как бы вот он. Все ссылочки на этот конкурс будут в описании, также все ссылки на сайт, YouTube канал и также группу будут тоже в описании. Ребята, заходите, участвуйте, потому что призы, как видите, просто обалденные. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, дорогие друзья, у нас пойдет такая тема довольно-таки интересная. Вот, потому что тема у нас пойдет как раз-таки на тему, на тема. Вот, короче, ребята, у нас разговор пойдет на по поводу обновления нашего в танчиках онлайн, всеми любимого обновления. Ну как, это конечно в скобочках, но тем не менее, ребята, я о нем просто обязан сказать. Помните, как-то очень давно, буквально почти месяц назад, может, конечно, немножечко поменьше, у нас была такая тема, то, что мы с Лёхой как бы записывали шуточное видео по поводу того, что скоро будет платный вход в битву. Вот, мы тогда жестко причем угорали, ребята, но, как говорится, доугарались. Я, конечно, не знаю, что произошло с нашими разработчиками, но так, ребята, и получилось. Вот, короче, сейчас расскажу. Вот, ляс точить тоже хорошо. Вот, сука, он у меня палит по флагу. Давайте вот так вот, смотрите. Оп. Вот, сука, все равно смотрит сюда. Ну, окейушки. Окейушки, одноклеточное это существо. Так, ну давай. Держи, я-то поеду на возврат. Вот, у нас, ребята, обновление вышло, то, что... И причем оно, ребята, не было анонсировано вообще никак. Ни в видеоблоге не говорили, нигде вообще это об этом ничего абсолютно не говорили. Вот, у нас вышла такая тема, то, что теперь получается так, то, что без про... битвы вы, ребята, практически никуда абсолютно не войдете. То есть то, о чем как раз таки мы и говорили. Вот, ну войти, конечно, можно. Скажете, что, Вайдер, вообще гонишь, что ли? Войти можно будет в обычные как раз таки битвы, которые будут создаваться самой игрой. Вот, которые вообще неинтересные. Битвы такие создаются очень скучные, и в них никто нифига никогда практически не заходит. Ну, сейчас, может быть, они, конечно, будут заполняться в связи с тем, что у нас-то теперь это все будет платно. Вот, кто, ребята, опять же, не заходил в игру, не знает, как это работает, я вам сейчас расскажу. У нас ввели такую фишку, то, что без пробанимента ты как бы битву теперь не создашь. Это дело все у нас отключено. И еще один такой интересный довольно-таки факт, то, что те битвы, которые создаются с пробанементом, ребята, они как бы автоматически становятся про битвами. То есть без пробанимента, ребята, вы в них не войдете. Вот такие, ребята, дела у нас. А воу, тихо, блин, флаг еще не вернули у киевушки. О, сейчас вернули. У меня, кстати, сейчас есть замечательная возможность поставить, да. Вот, вы нифига в них не войдете, не знаю почему, но функция про битва именно была отключена. Я, ребята, вот сейчас, когда это обновление только вышло, я не думал, что именно так это все будет реализовано, очень по-глупому, и как раз таки с той целью, то что а теперь пробуем, придется покупать всем. Конечно, есть у этого обновления и плюсы, плюс он один и единственный, ну как бы... Для всех игроков обычных он один-единственный. Для тех, кто организовывает конкурсы, как бы такие все мероприятия на маленьких диапазонах званий, он как бы тоже очевиден. То, что теперь у всех, ребята, абсолютно, ну и не у всех, конечно, у большинства будут как раз-таки эти про-абонементы. То есть и создавать какие-то битвы, и ждать, что пока по 200 лет в них зайдут игроки, не придется, потому что... Потому что все их купят.
Вот, и у каждого они будут. И второй плюс, который как раз-таки уже распространяется абсолютно на всех игроков, вот, ну, он тоже время и минус, но все же скажу, какой это плюс. Плюс заключается в том, то, что теперь как раз-таки у нас этот про-абонемент, ребята, стоит дешевле. То есть раньше он стоил 5000 кристаллов, теперь он стоит 3500 кристаллов. То есть, грубо говоря, на 1500 он подешевел. На самом деле, ребята, это очень круто, кто бы что ни говорил, но... Например, для тех же самых майорчиков там, и т.д. и т.п. Это как бы очень весомо, потому что, ну, 1500 кристаллов заработать тоже, знаете, дело не из легких. И, например, мне вот непонятно, исключительно эта фишка в том, то, что, смотрите, на мелких диапазонах, точнее, давайте поговорим сперва о крупных. На крупных диапазонах про абонемент это как бы стала уже фишка такая, что его покупают тупо все люди, у которых максимальное звание, либо у которого подходит к максимальной званочке. То есть там уже без про-абонементов особо не покатаешься. Но, опять же, например, для того самого же сержантика, либо там воронта первого, на самом деле 3500 кристаллов это офигеть как много. Потому что на таких диапазонах, как бы, фонды у нас растут очень-очень мало, и заработать эти самые 3500 кристаллов без нарки, без ничего, ну, это может досказать целый час, а то и больше по времени на мини. Нет, не подорвало, кстати, на мини, очень печально. Вот, прикиньте, целый час горбатиться, вместо того, что как бы эти кристаллы оставить и потратить их на какое-то вооружение, на которое вы копите. Ну нет, теперь вам придется каждый месяц покупать абсолютно по такому абонементику, потому что в самые интересные битвы вы не войдете. Можно, конечно, заходить в битвы, которые создаются сервером, но в них, я так думаю, навряд ли можно так накопить, знаете, нормально таки кристаллах, навряд ли вы там увидите нормальный актив, потому что все как раз-таки будут играть на тех картах, на которых они привыкли. То есть это полигончик, та же самая песочница, плата, Рио. Вот, а такие карты, они создаются как по стандарту. То есть одна карта сервером создалась, там, я не знаю, 2-3 на разные как раз-таки стили боя. Это CTF, CP, там DM и TDM. И как бы все. Например, в этой карте уже, допустим, так, что все места переполнены. Окей, все места переполнены, я хочу опять на эту карту. И можно же ее создать, по-любому в нее все залетят. Но чтобы ее создать, вам как бы нужно иметь про-абонемент. Про-абонемент стоит у нас 3500 кристаллов. Нет кристаллов, пожалуйста, донать. Как бы это в натуре смешно, ребят, не казалось, но я даже в какой-то степени чувствую себя Вангой или чем-то еще в этом духе, после как раз-таки тех видео, которые я выпускал, где мы насчет этого прикалывались. Действительно, ребята, это было записано только лишь по приколу. Когда ввели у нас этот комплект нарки, вот, мы тогда очень сильно возмутились, и потом все такие дальнейшие два видео, которые я выпускал, они как бы были сняты просто в шуточной форме, чтобы вы, так сказать, поразвлекались, вам не было скучно посмотреть ролики от обычных рубрик, там, летсплеев и рассказов, как что сделать и как иметь преимущество в бою. Вот, мы вас, ну, точнее, я решил развлечь вот таким вот развлекательным видео, которое, я так думаю, понравилось очень многим. И там было достаточно комментариев по поводу того, знаете, какие, ребят, комментарии там были. Вайтер, ты офигел, удаляй это видео быстро, иначе разработчики у тебя просто начнут тырить идеи. И тогда это все я воспринял просто как шутеечку, как бы, и ничего больше. Смотрите, эта сука сейчас меня будет стрелять, а нет, он уже выстрелил и промахнулся, да? Прикинь, шафта промахнуться на человека, который тупо стоит как бы на одном месте. Это просто, конечно, скилл мега эпичный. Вот, но... Мы тогда просто посмеялись с подписчиками, я посмеялся на эти комментарии, и, как говорится, досмеялись. Ё-моё. Как там, кто эту картину писал, приплыли? Вот, картина Репина, да, называется, приплыли, досмеялись в нашем случае, потому что серьезно-то смеялись, вот, если честно, я там еще рассказывал о идеях, которые можно разработчикам продавать, это играть без лагов там и т.д. и т.п. Я вот, если честно, уже подумал даже на секундочку, может быть, удалить это видео от греха подальше. А то, может, они лазили в натуре, такие наткнулись.
Да. Такие видео мои просматривали, вот Кристина правильно говорит, когда блокали мою основу, такие... Так, платный вход в битву. Что это за видео такое? Играть без читов, все платное. Интересно, давайте-ка посмотрим. Такие смотрят. Так, это нет. Как бы это водить еще рано, немножко попозже можно водить. Так, это. Платный вход в битву. А почему бы и нет? И такие, пуньк. Обновление вышло на сервера без какого-то либо оповещения, да, что будет обновление, что не покупайте, например, те же самые пробы анимента. Может быть, у кого-то эта прошка кончалась, ребят, например, сегодня, и он купил ее вчера. Вчера эта проба анимента стоил 5000 рублей. Рублей. Это у меня уже там другой стоит за 5000 рублей. Кстати, вот я могу ошибаться, но давайте я еще раз посмотрю и зайду, сколько действительно этот пробонемент стоит. Пробонемент, да, вот. Пробитус, нет, даже она дешевле стоит, не 3,5, а 3,350. Как бы она подешевела, да, еще вот на 150 кристаллов. Все равно такое. Кстати, это мне дали просто сегодня, как за то, что я зашел. Чисто один суток действует. И как бы у меня сейчас пробитва, это у меня то, что это не куплено, у меня вот премиум аккаунт есть, как бы это тоже считается как за пробитву. Вот, либо вы, кстати, ребята, можете просто покупать премиум аккаунт и совмещать приятное с полезным. То есть вы можете заходить так же само в битвы, и вы будете, соответственно, получать больше опыта, больше кристаллов, но это тоже дело такое, потому что на тот же самый один день про вот этот премиум аккаунт стоит у нас ни много ни мало 50 рублей. На 7 дней он стоит 200 рублей, там что-то месяц 500 или сколько, и 3 месяца вроде бы 900 или сколько. Я, если честно, ребята, не знаю, поэтому не буду однозначно утверждать и говорить, потому что опять сейчас наговорю, а в итоге мне будете потом говорить, нет, это все не так стоит, ты там ошибся на такой секунде, это все дело по-другому у нас. Вот, так что я лучше от греха подальше промолчу, вот, и после видосика уже сам посмотрю, что сколько у нас стоит. Но, опять же, возвращаемся опять к теме той, то, что, если честно, ребята, меня вот эта вся ситуация, конечно же, безумно дико радует, не в плане того, что мне это нравится, а в плане того, что мне, как бы, действительно наступает смешно. Извините, ребят, за такое, потому что что-то, не знаю, не попил перед видосиком, поэтому сейчас горло немножко першит, но да ладно. Вот, но вся тема, это меня дико веселит, и все-таки не зря я, наверное, решил снимать еще другие игры, вот, в скором времени, ребята, вы их увидите, потому что мне кажется, уже пора, пора снимать тоже другие видосики, но с танка, в принципе, я пока никуда уходить не собираюсь, вот, будем играть с вами, опять же, обсуждать, смотреть новое обновление, дождемся, я дождусь обновления, когда можно будет играть без лагов за 2000 рублей, можно будет играть с читами за 5000 рублей. Вот, и я думаю, в скором времени, ребят, такими темпами такое обновление все-таки будет у нас в танках. Ну, короче, ребят, вот такой у меня видосик получился. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.